Благородный берилл. Благородный берилл – ювелирное назначение бесцветных слабо окрашенных образцов. Берилл – наиболее распространенный минерал бериллия. Кристаллы его часто имеют правильную призматическую форму. Бесцветные бериллы встречаются довольно редко. Большого практического применения в ювелирном деле не имеют. Однако в некоторых старинных ювелирных изделиях встречаются ограненные бесцветные бериллы. Например, в окладах икон. Берилл – камень, связанный со стихией Земли. В эзотерическом смысле это сильный стабилизатор, особенно если стихия Земли выражена в космограмме. Берилл имеет отношение к Деве, поэтому это целительский камень и одновременно хороший чистильщик. Длительное ношение берилла способствует выработке утраченного иммунитета, восстанавливает равновесие в организме. В медицинской практике берилл рекомендуется от болезней желудка и кишечника, особенно хронических. Берилл – проводник Юпитера, поэтому камень показан юпитерианским девам, а также тем, у кого выражен Юпитер, и стрельцам. На бытовом уровне берилл защищает имущество своего владельца, притягивает к нему покровителей. Нужно сказать, что окраска бериллов охватывает почти все цвета спектра. Травяная – зеленый, изумрудный, смарагд, голубой, сафирово-синий аквамарин, розовый – воробьевит, золотистый – гелиодор, яблочно-зеленый – гашенит и так далее. Встречаются бериллы фиолетового, коричневого и черного цвета с эффектом кошачьего глаза, иризацией и астеризмом. Благодаря разнообразной и красивой окраске, прозрачности и блеску, бериллы издавна используются огромной популярностью.